Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франк-Вальтеру Штайнмайеру, в которой говорится: «Ваше превосходительство, глубоко опечалены известием о сильных наводнениях в дружественной нам стране вследствие обильных осадков, которые привели к большим человеческим жертвам и материальному ущербу. Прошу вас, господин президент, выразить наши слова сочувствия дружественному народу Федеративной Республики Германия, выражая свои искренние соболезнования всем близким и родным погибших, желаю стойкости, терпения, а пострадавшим от стихии полного выздоровления». Мы продолжаем выпуск. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, генерал армии, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с условиями мест дислокации военнослужащих пограничных войск, состоянием готовности военной техники и боеготовности регулярных частей и подразделений этой структуры вооруженных сил на территории районов Пянш и Мирсаид Али Хамадуни Хатлонской области, провел специальную встречу и беседу с личным составом мобилизованных резервов оборонной зоны на территории области. 16 июля 2021 года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Таджикистан, генерал армии уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с условиями мест дислокации военнослужащих пограничных войск, состоянием готовности военной техники и боеготовности регулярных частей и подразделений этой структуры вооруженных сил на территории районов Пянч и Мирсаид Али Хамадуни Хатлонской области, провел специальную встречу и беседу с личным составом мобилизованных резервов оборонной зоны на территории области. Посещение президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона началось с базы одного из пограничных отрядов Пяншского района Хатлонской области. Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон посетил центр мероприятия, где выстроились более 2000 человек из числа личного состава подразделений и мобилизованных резервов. О готовности подразделения и частей верховному главнокомандующему вооруженными силами уважаемому Эмомали Рахмону доложил командир Пяншского пограничного отряда подполковник Дуньор Файзулозода. Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выступил перед личным составом с речью и высказался о беспримерных достижениях периода государственной независимости, повышении престижа и обороноспособности национальной армии, угрозах и вызовах современного мира, сегодняшнем состоянии государственной границы и боевой готовности подразделений. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, первым делом поздравил всех офицеров и солдат, добросовестно защищающих границы нашего независимого государства, государственную и общественную безопасность, мирную жизнь народа Таджикистана, приближающимся 30-летием государственной независимости. В своем выступлении президент страны Эмомали Рахмон подчеркнул, что высший критерий патриотизма и почитания Родины, нации и независимого государства – это есть служение Родине и защита ее границ. С удовлетворением было отмечено, что правительство Таджикистана и таджикский народ видят в лице личного состава вооруженных сил, в том числе пограничных войск и правоохранительных органов, надежных спутников и самоотверженных защитников своей любимой Родины. Относительно текущей политической ситуации в соседнем Афганистане, президент подчеркнул, что охрана государственной границы Таджикистана с этой соседней республикой является особо важной не только для безопасности нашей страны, но и для обеспечения безопасности Содружества независимых государств, более того, Европейского союза. Сегодня военно-политическая ситуация в соседней с нами стране Исламской Республики Афганистан, включая провинции Балх, Кундуз, Тахар и Бадахшан, граничащие с Республикой Таджикистан, чрезвычайно сложна. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что сложившаяся ситуация в регионе и мире требует от каждого военнослужащего вооруженных сил, особенно офицеров и солдат, охраняющих границы, бдительности, высокой ответственности и готовности.
В завершении своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил уверенность в том, что каждый офицер и солдат с высоким чувством национальной гордости, мужеством и настойчивостью продолжит выполнять свои сложные и ответственные задачи, возложенные на них государством и народом Таджикистана. После завершения речи по приказу начальника погранотряда начался военный парад частей и резервных сил. В военном параде приняли участие военнослужащие силовых структур, правоохранительных органов и мобилизационных резервов зоны территориальной обороны, общая численность которых составляет более 2000 человек. Низом, во марши тантанави, муфихи ротаго, рота якум рубару, дигарон барос, гард, дар масафаи як сафбан, таваджу барос. Oh,
Правительство Республики Таджикистан, особенно верховный главнокомандующий вооруженными силами, уважаемый Эмомали Рахмон, с первых дней образования национальной армии, несмотря на неблагоприятную военную, политическую, социально-экономическую ситуацию в стране, уделяет постоянное внимание организационным вопросам и комплектованию, тыловому обеспечению, созданию и оснащению воинских частей. Особое внимание уделяется профессиональному составу офицеров и военных специалистов, повышению боеготовности военнослужащих. Вооруженные силы во все времена являются прочной основой любой независимой страны, гарантом безопасности и мирной жизни народа. После завершения военного парада глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, провел специальную беседу с личным составом мобилизационных резервов. В ходе беседы с президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, представители личного состава резерва заявили, что как резервные силы они всегда готовы защитить каждую пядь благословенной родной земли и в любой ситуации, получив первый сигнал тревоги, во взаимодействии с вооруженными силами страны будут находиться на первых позициях рядом с заботливым лидером нации и славным народом во имя защиты государства и мирной жизни населения. После открытой искренней беседы с офицерами, солдатами и личным составом мобилизационных резервов президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также ознакомился с комплексом различной военной техники, вооружения и боеприпасов региона. В ходе ознакомления с условиями проживания и службы, обеспечением персонала продуктами питания военной формы и другими необходимыми принадлежностями, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также ознакомился с высокой сельскохозяйственной продукцией, которая имеется в подсобном хозяйстве Пяжского пограничного отряда. Как было сообщено, в распоряжении этого пограничного отряда находится около 4 гектаров подсобных хозяйств, где персонал выращивает различные бахчевые культуры и ежегодно собирает желаемый урожай. Вся полученная продукция способствует обеспечению питания личного состава. Так завершилось посещение главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, Пяжского пограничного отряда Хатлонской области. Посещение главнокомандующего вооруженными силами генерала армии, уважаемого Эмомали Рахмона, продолжилось с целью ознакомления состоянием боевой готовности правоохранительных органов в районе Мир Саид Али Хамадони Хатлонской области. По сигналу тревоги личный состав вооруженных сил области численностью более 2000 человек прибыл в аэропорт района Мир Саид Али Хамадони Хатлонской области с тяжелой бронетехникой, современным огнестрельным оружием и боеприпасами. После звучания государственного гимна президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил и поделился своими мыслями и суждениями о нестабильности ситуации в регионе и мире, реальных угрозах, комплексной подготовки личного состава, мобилизации и управления войсками, важности привлечения резервных ресурсов, о необходимости постоянной готовности всех видов вооружения и боеприпасов и военного снаряжения с тем, чтобы не терять политической и военной бдительности и, что важнее всего, верно и самоотверженно служить во имя процветания земли предков, прочного мира и стабильности в стране. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, вначале с чувством благодарения за независимость и свободу государства и народа, атмосферу мира в стране, единство и взаимопонимание народа Таджикистана, сердечно поздравил всех офицеров и солдат с 30-летием государственной независимости нашего любимого Таджикистана. В ходе своего выступления президент страны высказался о необходимости установления пограничной службы, обеспечения государственной безопасности и мирной жизни граждан страны, что зависит от уровня защиты границ. Президент страны с удовлетворением отметил, что создание пограничных войск, которые сегодня представляют собой оснащенную и надежную силу для защиты границ страны, является одним из важных событий в истории таджикской государственности и одним из великих достижений независимости Таджикистана. Защищая границы Таджикистана, наши пограничники также ощутимо способствуют обеспечению безопасности стран и других регионов планеты от угроз и вызовов современного мира, включая терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия, наркотиков и другие виды транснациональной организованной преступности.
В период независимости страны для обеспечения охраны государственной границы были созданы 3 районных управления, 17 пограничных отрядов, 2 спецразделения, отдельная авиационная эскадрилья, 7 пограничных комендатур, 158 пограничных пунктов наблюдения, 35 пограничных пунктов пропуска, военный пограничный институт, гимназия «Наследники Великого Кира», 4 учебных центра, 3 военных госпиталя, 5 воинских частей в сфере технического обеспечения, а также построено 187 вспомогательных объектов. Наряду с этим целью усиления защиты уязвимых участков государственной границы с Исламской Республикой Афганистан в сотрудничестве с другими структурами и властями дополнительно построено 92 пограничных пункта пропуска и реконструировано 173 пограничных объекта. Также построены сотни километров новых приграничных дорог и другие пограничные сооружения. В период независимости 2800 молодых людей, а точнее 1500 человек, окончили пограничный институт Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан и 1300 человек зарубежные вузы и в настоящее время служат офицерами пограничных войск. За последние несколько лет в результате бдительности храбрых пограничников пограничного отряда Хамадони и в сотрудничестве с другими правоохранительными органами республики было изъято и конфисковано более 25 тонн наркотиков, 1200 стволов оружия и 6300 единиц боеприпасов. Также было сообщено, что на сегодняшний день более 1600 семей офицеров пограничных войск обеспечены жильем. Руководство государства, учитывая трудности охраны границы, продолжит принимать все необходимые меры для решения социальных вопросов личного состава и укреплять поддержку для улучшения условий службы и быта пограничников. В завершении своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, обратился к офицерам и солдатам и заявил, что каждый стоящий на переднем крае защиты государственной границы и стабильности народа страны должен строго, неукоснительно соблюдать военную дисциплину и всегда быть бдительными, наготове, чтобы не позволять террористическим и экстремистским группировкам, другим криминальным элементам нарушать мир и спокойствие нашей Родины, мирную жизнь славного народа Таджикистана. Bana söz kısaysın umadet ilini, peşvayın ile, serparmurde-i ori kuvayın sarayı cumhur-i Tacikistan. Şeref! 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 После выступления главы государства прошел военный парад офицеров и солдат, правоохранительных органов и мобилизационных резервов.
Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.